Жители десятков домов в Химках в течение нескольких месяцев обязывали платить за домофон в двойном размере. Люди регулярно получали квитанции от компании, которая обслуживает оборудование. Неожиданно сторонняя организация стала требовать с горожан дополнительную плату. У нас появлялась за домофон лишняя, новая какая-то фирма, с которой у нас ни договор, ничего не было. У нас приходит домофоновская отдельно, платежка раз в год, там два раза в год они присылают. А это как уже в саму платежку приходило. Десятки жителей округа обратились в городскую прокуратуру. Проведена проверка, было установлено, что неизвестные лица осуществляли подделку официальных документов. Это протоколы собрания собственников жилых помещений. И, соответственно, на основании этих протоколов были заключены договоры между МОСОБЛ ЕРЦ и вот этой нашумевшей компанией ООО «Интехавтоматизация» как раз за обслуживание домофонов. По данному факту городской прокуратуры 25 ноября 2019 года вынесено постановление о направлении материалов в УМВД России по городскому округу Химки в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 327 «Подделка изготовления или оборот поддельных документов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сейчас дело находится в отделе дознания УМВД и на контроле в городской прокуратуре.